Которого видели в наших клипах, видели на наших обложках и слышали все, что мы делаем с участием именно этих людей. Сергей Ганжа. И наш поэт, которого сегодня тоже увидели, который прекрасно поет. И, безусловно, он прекрасный музыкант, потому что все 17 лет он выходит на сцену в составе группы «Фристайл» Сергей Кузнецов. Мы потом попозже немножечко поговорим. Сейчас просто слушайте, внимательно смотрите все, что происходит на сцене. И не забывайте, что вы сегодня участники этого концерта, потому что мы ждем от вас улыбок, чтобы вы с нами пели, чтобы вы целовались, обнимались, улыбались, чтобы у вас было хорошее настроение, чтобы все с этого концерта пошли абсолютно здоровыми людьми, несмотря на то, что, может, кто-то приехал с небольшими какими-то проблемами сюда полечиться. Пусть все сегодняшнее, то, что сегодня происходит, только пойдет вам на пользу. Следующая песня, она посвящается вот этим замечательным электрическим приборчикам, которые сегодня освещают, спасибо, да, точно, освещают эту сцену и помогают вам видеть нас, я надеюсь, красивыми, очень красивыми. А нам помогают сегодня дарить вам свою любовь. Фонари от группы «Фристайл» вместе с вами. С вашими аплодисментами, надеюсь, будете петь. Будем! Я знаю, что проходит.
любовь. Поем! Знает только фонари, 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 как меня ты целовала от зари до зари. И как нежные слова говорил, говорил от зари до зари. Сказки тот день фонари, 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 зажигала ночь для нас золотые огни. Нашу хрупкую любовь как могли берегли. Фонари, фонари. Прощай, не будь печальною, ты как чужой мне говорил. Той ночью так отчаянно горели фонари. Они хотели мне помочь, но никогда ты уходил. В моих глазах застыла ночь, чернее всех чернил. Причем вы можете даже осенью вот вспомнить этот концерт и выпить за здоровье фристайл. Я вам скажу, когда это нужно делать. Это будет ночь с 7 на 8 ноября. Для группы фристайл красный день календаря. Вот уже будем мы отмечать 18 лет. Потому вы можете присоединиться к нам. Спасибо большое. Ты уже присоединяешься. Спасибо. Следующую песню вот давайте споем и посвятим всем нашим мамам. Вы знаете, вот 7 лет назад я сама стала мамой. И все-таки это самое-самое главное событие в моей жизни, несмотря на то, что прекрасная жизнь, много концертов, много песен. Но все-таки согласитесь, что, наверное, это самое главное. И я думаю, вы все сейчас тоже споете, можете даже позвонить мамам, а можете просто включить телефончики этими огонечками, помашите мне, будет очень красиво, будет вас лучше видно. С днем рождения тебя, мама! Милая моя. Да, можно цветочками махать, это очень приятно. Спасибо, это, наверное, нам принесли. И огонечки. Ой, как хорошо. Ну, свет нам не надо зажигать, это их не видно будет. Спасибо. Купить тебе букет я не забыла, нет. Особый день я всех
солнце берегу. Жаль, в день рождения твой от дома далеко, тебя поцеловать я не могу. Передо мной портрет твои 17 лет, счастливые наивные глаза. Уж я взрослее той, что на портрете том. Сегодня маме я хочу сказать: пусть года, как вода, не порвется никогда нас связавшая прозрачная нить. С днем рождения тебя, мама милая моя, пусть тебя твой добрый ангел хранит. Как будто лишь вчера, как будто день жила, а столько лет осталось за спиной. Холодные ветра стыкнули серебра на твой веселый локон золотой. Как будто лишь вчера походкой легкой шла и слушала влюбленные слова. Такую навсегда запомню я тебя, ты самая красивая моя. Пусть года, как вода, не порвется никогда нас связавшая прозрачная нить. С днем рождения тебя, мама милая моя, пусть тебя твой добрый ангел хранит. Но быстрой смене дней все четче, все видней. У глаз твоих морщинок тонких сеть. И за любовь твою вернуть любовь свою, за суетой боюсь я не успеть. Хочу к тебе прильнуть, свой завершая путь. Такой безумно долгий путь домой. И слезы не скрывать, и руки целовать, обнять тебя и снова быть с тобой. Пусть года, как вода, не порвется никогда нас связавшая прозрачная нить. С днем рождения тебя, мама милая моя, пусть тебя твой добрый ангел хранит. Давайте поаплодируем всем нашим мамам, дай Бог здоровья! И споем все вместе! Пусть года, как вода, не порвется никогда нас связавшая прозрачная нить. С днем рождения тебя, мама милая моя, пусть тебя твой добрый ангел хранит. Пусть года, как вода, не порвется никогда нас связавшая прозрачная нить. С днем рождения тебя, мама милая моя, пусть тебя твой добрый ангел хранит. Пусть тебя неповторимая, очаровательная молодая мама Нина Кирсон. Спасибо большое. Спасибо. Ну, надеюсь, что мамы наши довольны, и мы все мамы, кто мамы в зале, уже все мы о себе немножечко тоже, да, о себе тоже всегда нужно думать. И обязательно хорошо.
И следующую песню, вот я предлагаю вам тоже так, как, ну, так, как, в общем-то, подсказку, может быть, даже так сказать, в жизни, если вам будет плохо, если кто-то обидит, может, вас, может, что-то такое плохое в жизни будет. Вот вспомните эту песню, вспомните эти строки, которые Сережа Кузнецов написал. «Ты ни в чем не виноват». Вот пойте эту песню, и будет все хорошо. Спасибо. У нас там такой подсказчик у меня сидит замечательный. Спасибо большое. «Ты ни в чем не виноват». Поем. Ну, приветствуйте тогда, что ли. Я не согласна. Спасибо. Сейчас мы танцевать начнем. Вы тоже можете потихонечку. Вы знаете, да, где-то, о чем речь, все знаете, да? А ну потом... Ну, я надеюсь, да?
спросила одна, ну, не люблю слово женщина, сказали, не женщина, не женщина, такая молодая женщина подошла, леди или пани, да, и спросила, а вообще в каком городе живете, да? А вот мы живем на Украине. В городе Полтава живем все эти годы. Не то, что мы там когда-то куда-то уехали, мы тут всегда жили. По сути, все родились практически в этом городе. И, конечно же, мы знаем украинский язык, да? Но так сложилось, что поем по-русски. Но есть одна песня, вот я обещала, кто там был, да? И вот сейчас эту песню, я надеюсь, мы споем. Я думаю, вы ее тоже все знаете, любите. Мы ее поем уже лет 6, наверное. Вы знаете, вот поехали как-то в Германию в очередной раз. Ну и как-то вот, ну захотелось вот спеть. С таким успехом она прошла совершенно сумасшедшим. И с тех пор, ну как-то вошла уже в наш репертуар. Наверное, это тоже такая наша песня. Обычно, а раньше, до того, мы ее пели уже после концерта со столом, с такими близкими людьми, да? Под рюмочку, да? Вы уже приготовились, да? С собой есть? Нет? После концерта. Хорошо. Чем ты, да, не пришел сюда с бутылкой водки, да? Какая песня хорошая. Чем ты не пришел? Поем по-украински, на Украине. Чем ты не пришел? Як місяць ішов, я тебе чекав. Всего про Юрочку, потому что действительно вот 2,5 уже года, уже более 2 лет,
он с нами сотрудничает и пришел к нам уже в статусе звезды. Потому что до нас уже, до того, как пришел к нам, поработал в качестве аранжировщика с огромным количеством артистов. И среди этого огромного количества можно выделить Кристину Арбакайте, группу «Премьер-министр», и даже писал аранжировки, делал для Бори Моисеева за деньги. Добавляет отец троих детей Юрий Савченко. Следующая песня – это уже аранжировка Юрина, он ее придумал, он ее, в общем-то, осуществил. Вы сами видите, барабанов на сцене нет, так что, конечно, какие-то инструменты у нас доигрывают. Вот это Юра добавил. И все остальное мы добавляем. «Капелька» от группы «Фристайл». Новая песня, надеюсь, уже вам хорошо знакомая. Кстати, да, в этом альбоме «Нина Кирсо» и «Фристайл» уже есть эти новые песни. Спасибо.
Ну, у нас действительно вот в группе фристайл с самого начала, как было так запланировано, вот были женские песни и мужские песни, потому что все-таки, ну, как-то вот есть разница. Хотя есть у нас и такие общие совместные песни, уже такие появляются в группе фристайл, но мы чуть позже их покажем, хотя ребята все равно все эти годы поют со мной и на концертах честно отпевают, поэтому не могу сказать, что вот все, что звучало, это было только абсолютно женский репертуар, потому что ребята помогают, справляются. Но следующая песня абсолютно мужская, абсолютно такая серьезная песня. Написана она была в 91-м, да, наверное, 91-м году. И в 92-м году мы ее сняли с концертной программы, ну, по определенным обстоятельствам, по определенным причинам. В общем-то, и ввели ее вот в программу только в этом году. Хотя песня очень известная, и так как мы решили, что уже поколение много-много выросло, и, в общем-то, ее опять нужно, наверное, опять попеть, потому что все-таки хорошие песни должны жить долго-долго-долго. Хотя с очень большой болью мы вводили ее в программу, тогда терялись с большой болью из программы, теперь вводили. Песня называется «Больно мне, больно». Ветер бьется черной птицей, пусто в доме мне и холодно, и до поздних звезд не спится. Упаду в объятия темноты и пойду пути не зная. Виновата в этом только ты, только ты, только ты. Больно мне, больно не унять эту злую боль. Больно мне, больно умирает любовь. Больно мне, больно не могу удержать я слез. Черный ветер на крыльях разлук мое счастье унес. Ты разбила мое сердце и осколки разбросала. Ты всегда была моей звездой, а теперь чужою стала. Отпустил тебя, смирясь с судьбой, я на все четыре стороны. Кружаться над моей бедой, вороны, вороны. Больно мне, больно не унять эту злую боль. Больно мне, больно умирает любовь. Thank you.
радости унес. Автором этой замечательной песни, композитору Анатолию Розанову, поэтессе Татьяне Назаровой. Спасибо. Следующая песня, которая сейчас прозвучит, была написана в далеком 1988 году. Это практически одна из первых песен, по которым вы узнали творчество нашей группы. Называется она «Прощай навеки, последняя любовь». Сергей Кузнецов! И снова на сцене
снова на сцене Нина Кирсо. Сережа, еще про тебя. «Прощай навеки, последняя любовь». Да, эти стихи Сережа написал. Ну, только мелодия была еще, да? Первая мелодия все-таки пошла. А Сережа написал вот эти стихи: «Прощай навеки, последняя любовь», «Мальчишка из детства», «Белая акация», «Белая метелица», «Белые ромашки», «Белая береза», «Цветет калина», «Целуй меня горячей». Ну, больше 80 песен. Вам понравилось сейчас, да? Как Сережа пел. Как без фристайл, да, выступает, нравится. Спасибо. И следующая песня, это тоже стихи Сережи. Это очень нежные, лирические стихи. Очень люблю эту песню. И надеюсь, что будем петь ее вместе. Вот сейчас попробуйте не хлопать, а просто поднять. Ну, можно не очень высоко руки вверх. Какая-то странная публика, да, так через паузу, наверное, тут замедленная реакция. Женщины подняли, заметила некоторых мужчин. Все-таки хотя бы одна рука, она поднялась сразу, да? Да, мужики, давайте так договоримся, да? У кого руки не поднимаются, что получится, да? Поднимайте и улыбайтесь, хорошо? Так, ручки вверх. Цветет калина, поем. Счастье, ты моя любовь.
очень-очень-очень любим всегда ваши группа «Престар». Детей, там наше время. И знаете, что самое страшное, что и сейчас он пишет песни новые, еще покажу вам, потому что как-то теперь этих детей же на ноги ставить надо. Так что писать, писать и писать. Целуй меня горячей! Слава его стихиям! Ну и следующая песня, вот та песня новая, которую вынужден, бедный Розанов, вынужден писать новые песни, потому что авторских абсолютно никаких. То вот пока что с концерта заработали артисты, то немножко перепало. Ну, мы же за справедливость, я думаю, что лет через 10 уже Розанов не будет писать песни, может, ему уже хватит этих авторских. Потому что мои, не хватит, пусть пишет, правильно, не хватит. Пусть пишет. Но я думаю, что он будет писать все равно, потому что без этого жить не может. Все равно он это делает. И вообще, вот мы выходим на сцену, вы знаете, ну не за деньгами точно. Потому что мы получаем удовольствие, если вы довольны и счастливы. Вам нравится сегодня? Да. То есть еще уходить не собирать, еще вода еще не прижала. Или вы не пили сегодня воду специально, чтобы на концерт прийти, да? Это все тебе кажется. Вот это новая песня. Вот недавно, совсем недавно, ее уже радиостанции некоторые закрутили. Совершенно честно, есть такая уже, так, немножко, ничего, что немножко рассказываю. То все артисты, знаете, аж обидно, жалуются, вот нас не крутят. Крутят фристайл по радио, крутят. И эту песню уже тоже крутят. Ну, не знаю, может, даже, может быть, вы ее и слышали. И давайте так договоримся, вот сейчас по этому вступлению песни, ну, как песня, да? Ну, если слышали, то как-то, да? Дайте знак. Ну, мы так тоже проверим, да, насколько все-таки это честно. А то, может, брешут там в этих сводках. Это все тебе кажется. Нина, да? Нина, это тебе кажется, что все честно так в мире, да? Или все-таки честно? Это все тебе чудится. Ты поверь, что наладится все само собой. Я думаю, что у этой песни в нашей стране большое будущее. Я люблю тебя.
больше люблю видеть вас всех. Вот знаете, так это приятно, действительно, когда там стоишь, там видно, но только вот немножко. Я вас уже не боюсь. Когда-то 20 лет назад боялась. Выходила как-то, вышла я в концерте на воду, ну, несколько песен пела. А концерт был Михаила Муромова, мы с ним немножко работали. Вот я вышла, так смотрела сюда, Миша так улыбается, Муромов, все улыбаются. А я перед ним вышла, подошла, а на меня так смотрит, знаете, так. А я думаю, что же так на меня смотрит? А потом я поняла, я на них так, наверное, смотрелась, перепуга. А вот сейчас, когда я вижу ваши лица, не пугайте меня. Улыбаешься. Я знаю, что вы улыбаетесь, потому что я улыбаюсь. И так в жизни все очень просто. Но все-таки, знаете, тяжелая женская судьба. Вы со мной согласитесь, да, девочки? Особенно в шоу-бизнесе. И вот в моей жизни встречались мужчины, в зале таких нет, такие на концерте не будут, которые не помнят те, когда они никого ничего целовали. Очень грустная песня, но сегодня мы будем ее петь весело. И всех за все прощать, потому что только так и нужно жить. Сереженька Кузнецов сейчас сыграет на вступление, такой очень-очень грустный, кто-то идет ко мне. Сережа, не играй пока, не играй. Это не грустно, это весело. Этот мужчина! Не забыл, ничего, спасибо. Это красиво и изящно. Водичка, да? Водичка все действует. Так, ребенок, фотографируй давай, пока тут. Сережа, играй, грустно я уже. Понимаю. Уже грустно. Все, свет тушите. А вы готовьтесь. Где скучают треста сосны, ты меня целовал, губы жарко, на исходе отцветшей весны. Голова моя сладко кружилась, был приятен мне рук твоих плен. Я впервые так сильно влюбилась, ведь не знала я прежде измен. А ты сосны на бугорочке, и помнит все трава кобыль. Как ты любила меня, грибочки, а на четверкую забыл. А ты сосны на бугорочке, да что ж ты, милый, натворил? А я в трех соснах заблудилась, а ты в другую заблудил. Три сосны всех любовных пометков, кто кого и когда здесь любил. Помнят здесь даже шишки на ветках, те слова, что ты мне говорил. Затвердела смола на сердечке пробита стрелой. Три сосны как погасшие свечки, не на первой застыли бедой. А три сосны на бугорочке, и помни все трава кобыль. Как ты любил меня, три бочки, а на четвертую забыл. А три сосны на бугорочке, да что ж ты, милый, натворил? А я в трех соснах заблудилась, а ты с другою заблудил. Еще! Заблуждалась, увы, заблуждалась, покупаясь на слов серебро. На сосне мне на память осталось деревянное сердце твое. Знаю, время от боли избавит и затянется рана в груди.
на подарочек Сережа? Играем. Все трава, как ты.
бортом кораблики любви. Свободен путь, любимый мой, плыви. Плыви к чужим манящим берегам. Чем лучше те зовущие огни. Другое небо, голубое там. Неужто так дурманят там цветы? Как
Счастье не обман быстрым загулявшего поэта. Возле столика напротив ты сидишь полоборота, вся в луче ночного света. Как со мной скучилось вдруг, что слова сорвались с губ, закружила голову к виновью. Ах, какая женщина, какая женщина мне в такую. Ах, какая женщина, какая женщина мне в такую. Между небом и землей, как во сне с тобой танцую. А роман вот так манит, объединяет и дурманит. Ах, как сладко в нем тону я. Так брызги наши тела и безумные слова. Без стыда тебе шучу.
сердца навсегда к себе приворожила. Белая, белая метелица, счастье нам с тобою обещает. Только мне все еще не верится, что любовь весною не растает. Я под Новый год. Белая, белая.
руки от горячих губ дыхания. Я надеюсь, что вы все здоровы. Во всяком случае, чувствуете себя абсолютно здоровы, и пусть будет так. Ваши аплодисменты. Бессменная участник группы, я думаю, сегодня фаворит концерта Сергей Ганжа. Замечательный музыкант, такой обаяшка, маленький, да ударенький, Юрий Савченко! Рядом стоит. Ну и, конечно же, наш самый-самый мудрый поэт, философ Сергей Кузнецов. И я. Нина Кирсо, золотой голос Украины. Я думаю, что я бы согласилась на самый добрый голос. Такого еще точно не было. Спасибо вам.